Добрый вечер всем. Добрый. Дорогуша, а у тебя нижняя полочка? Нижняя. А у меня верхняя. Может, мы как-то договоримся, дочка? Не договоримся. Добрый вечер. Добрый вечер. Здрасте. Простите, у меня 31-е место. 31-й, да, да, это здесь. А. Ну, замечательно. Значит, будем соседями. Простите, а у вас какие места? У меня 32-е. А у нас с сыном 29-е и 30-е. А у тебя, дорогуша? У тебя какое место? 31-е. Не верите? Посмотрите в билете. Простите, но это какое-то недоразумение. У меня тоже 31-е место. Да вы не волнуйтесь, сейчас разберемся. Вы же свой билет в кассе брали? Ну, разумеется. А ты где свой билет нашла? Нашла? Я его в кассе купила, предварительный. Еще вопросы есть? А вот кричать на меня не надо, девочка. Ох, это молодежь, от нее правды не дождешься. Покупают билеты с рук за полцены. И потом катаются туда-сюда. Чего молчишь? Да и билетик какой-то странный. Ни фамилии не разберешь, ни номера вагона. Ясно все. Простите, а вы мне свою нижнюю полочку не уступите? Ну, конечно, но... Так, собирай манатки и к проводнику. Вот там ему и расскажешь. Где и как ты свой билетик нашла? Чего сидишь? Ждет же человек. А я что, не человек? И вообще не трогайте меня. Достали. Это мое место, и я отсюда никуда не уйду. И вообще я беременная, понятно? Нет, ну это цирк какой-то. 2 часа от беременности она уже матерью себя возомнила. Кошмар. Посмотрите на нее. Беременная. Да стыд и срам. В наше время такого и быть не могло. Нет, ну ни стыда, ни совести. От горшка 2 вершка, а уже человеком себя называет. Боже мой, да как же вы все достали! Тиран! Пошли вы все! Девушка, давайте так договоримся. Вы сейчас пойдете на свое место, а я разберусь с проводником. Никуда не пойду. Вам далеко ехать? Понятно. Вас как зовут? Варя меня зовут. Устраивает? Вполне. Я Аркадий. Знаете, Варя, вы своим рассказом про беременность произвели неизгладимое впечатление. Особенно на дедушку. Он до сих пор в себя прийти не может. Ну еще бы. И билеты непонятно где взяла. То, что беременная придумала.
Вот. Может быть, эту справку я тоже непонятно где взяла? Читайте. Выдано гражданке Пригожиной В.И. 19 лет в том, что она находится под наблюдением женской консультации городского родильного дома по поводу беременности. На момент осмотра срок беременности 10-12 недель. Подпись, печать. Так это же здорово. Радоваться нужно. А нечего тут радоваться. Я только этим летом техникум закончила. Я вообще-то дома с дипломом ждут, а не с пузом. Отец меня точно прикандычит. У меня знаете какой? За одну ногу возьмет, за другую дернет. А может быть, для вашего отца это будет приятной неожиданностью? Ну, как мой дедушка не любит внуков? Слушайте, вот вам легко рассуждать, вообще ничего не знаете. Так расскажите. Я вообще-то детский врач, хирург, ну, отчасти психолог. Может быть, что-нибудь посоветую? Ну? Давайте. Сигаретку угостите. Чего смотрите, жалко? Да нет, не жалко. Пожалуйста. Да просто все. После выпускного завалились в общагу, ну там и оторвались по полной. Пацаны вахтёром поили, ну и заходили все, кому не лень. Там я и познакомилась с этим. Смазливый был сволочь. Ну чё, выпили, потанцевали. На утро проснулись в одной постели, нормально. Я даже имени его не помню. Такая вот история. Потом в городе зависла. Пыталась устроиться хоть на какую-то работу, но без толку. Хотела аборт сделать, но врачи запрещают. Вы чего вы молчите? Психолог, давайте, учите меня жизни. Нет, Варя, я бы тоже не советовал делать аборт, это опасно. Я тут на вокзале журнал купила. Чуть с ума не сошла. Какой журнал? Да там написано, что в моем возрасте при родах умирает каждая десятая женщина. И младенцев не меньше. Глупости какие. Бред это все. Ерунда. Ерунда. А вот если бы у вас при родах умерла жена, да еще и с ребенком, а? Каково? Варя, аборт – это не выход. Выход не выход, а пузатой я ходить не собираюсь. У нас там в соседней деревне бабка есть. Это не ваши городские врачи. Она все быстро сделает, по-тихому, нормально. Вы всю жизнь будете об этом жалеть. Слушайте, вам какая разница? Поверьте, я знаю, о чем я говорю. Яблоко хотите? Нет, спасибо. Да, ну чистое, ешьте. Который там час? 6:10. Сколько? 6:10. Ой, блин, а малина. Узловая скоро. Так. Яблоки подержите. Мне надо в туалет там помыться, переодеться. Станция Узловая. Стоянка поезда 3 минуты. Кто-то Узловой, готовимся к выходу.
Яблоки. Ну что вы стоите? Берите сумку. Варя, вас очень прошу. Ребенка оставьте. Не волнуйтесь. Я сильная. Я справлюсь. Все будет хорошо. Не волнуйся. Я сильная. Я справлюсь. Подождите, не закрывайте. Мужчина, пройдите на свое место. Я вас не имею права выпустить. Да мне нужно! Жить надоело! Псих ненормальный! Уважаемый, доброе утро. Привет. Вы здесь девушку не видели? Беретка серая, сумка большая. Мужик, ты чё? Какая беретка в полшестого утра? Я спрашиваю, девушку видели? Куртка серая, сумка большая в руках. Да не грузи ты. Денег дай лучше. Да на. Стой, мужик. Куртка, сумка, беретка. Туда пошла. Давай, наливай, а то менты погонят. За первой, второй. Опа. А что это вы? Ну вы же меня яблоком угостили, а я забыл вас поблагодарить. Вот вышел сказать спасибо. Ну, сказали, а дальше что? Вы как вообще домой доберетесь? Или куда вы там ехали? Я ехал на конференцию. А я вообще часто езжу этим маршрутом. И знаете, каждый раз, проезжая станцию Узловая, у меня возникало желание. Вот просто выйти. В городе суета, а здесь... Что здесь? А здесь тишина. Воздух какой. Варя, я хочу вам помочь. Давайте вместе поедем к вашему отцу. Что, простите? Вы что, шутите? Представите меня своим женихом. Отцом будущего ребенка. Ну, в конце концов, мужчины быстрее найдут общий язык. Варя, поедемте. Так, стоп, 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 погодите. Вы с головой совсем не дружите, да? Жених. У вас что, не все дома? Да с головой-то я дружу, Варя. А вот дома у меня действительно никого. Вы знаете, мы с Леной, женой моей, прожили 7 лет. Поженились рано, еще студентами. Жили трудно. Подрабатывали, где только была возможность. И потом Лена забеременела. Мы долго решали, оставлять ребенка или нет. Но так и не рискнули. Сделали аборт на позднем сроке. Потом Лена очень долго не могла забеременеть. Постоянно лечилась. Я до сих пор себе этого простить не могу. В конце концов, мы решили установить
мальчика, от которого мать отказалась еще в роддоме. Мы там в роддоме интернатуру проходили. А потом случилось чудо. Лена забеременела. И вы знаете, все было хорошо. Я был на седьмом небе от счастья. Перед родзалом она сказала мне: не волнуйся, я сильная, я справлюсь. Их увезли, больше я их не видел. Живыми. Теперь у меня есть только приемный сын Дима. Ну, а дальше что было? А дальше, Варечка, много чего было. Счастья вот только не было. Послушайте, я знаете, что подумала? Мне кажется, будет лучше, если вы дождетесь поезд и поедете на эту, как ее там, на конференцию. Сейчас время такое, сейчас поезда часто ходят. Да. Вот. Ну, а я уж как-нибудь сама. Варя, не надо сама. Не надо сама. Возьмите меня с собой, давайте вместе. Я прошу вас, Варя. Вы что, с ума сошли? Отпустите меня. Ну что, меня, на колени перед вами что встать? Что вы делаете? Варя! Да вы понимаете, что меня здесь весь город знает, что а вы... мне наплевать. Тише. Одуреть. Что там происходит? А кто его знает? А сколько вам лет? 40. 42. Круто. Не, 42 это дофига. Вам 38. Значит так, сегодня приезжаем, а завтра вы тихонечко ноги в руки и поедете на свою конференцию. Вот приедем, поговорим с родителями, и там будет видно. Ладно, ладно, поговорим. Хотя какая разница, сегодня папик убьет или завтра? Алло? Это я. Ты на автобус успела? Успела, успела, уже еду. Ты мне там осторожней, сейчас всякие ездят. Да все нормально, ты не переживай. Я это, я не одна. А с кем ты? Что? Что ты говоришь? Я спрашиваю, с кем ты? Тут связь пропадает, я тебя не слышу. Черт. Папа. Папа. А вы случайно с папой поговорить не хотите? Давай поговорю. Да вы вообще с ума сошли? Значит так, у меня разрядилась батарея, ясно? Абонент находится вне зоны действия сети. Ваня! Ваня, скоро соседи, кума, Тришкина обещала прийти, а ты до сих пор не одет. Что ты себе думаешь? Успею. Варя с минуты на минуту приедет. К тому же не одна. Ты что, дозвонился? Дозвонился. Господи. А с кем это она? Она уже в автобусе едет. А с кем едет, не сказала. Потом трубку не брала, а сейчас вообще телефон отключила. Так, может, связь плохая? Нормальная связь. С отцом говорить не желает. Ну ничего, приедет, поговорим. Может, подруга едет? Так, Ваня, я тебя очень прошу. Сегодня такой день, держи себя в руках. Так, теперь наша легенда.
Мы познакомились год назад. Три. Хорошо, три года. Познакомились у меня в клинике. Мы периодически проводим осмотр студентов. Там я увидел тебя. Да, и у вас снесло крышу. Ну, может быть, у нас снесло крышу. Нет, не катит. Значит, я сначала вас даже не заметила. Вы где-то раздобыли мой номер телефона и названивали мне, ну, недели две. Ну, уговаривали встретиться, там, следили за мной. Короче, пристали ко мне, как банный лист. Ну и, наконец, когда я согласилась, вы встали на колени, прямо в центре города, стали целовать мне руки, говорить, что вы меня очень любите. Ну, в общем, все это тянулось где-то полгода. Нет, лучше год. Ну, а потом вы бедную девушку затащили к себе в квартиру. У меня дом. Двухэтажный? Двухэтажный. Че, и машина есть? Нет, машины нет. Ну ладно, неважно. Так, подождите, вы же говорили, что у вас еще приемный сын. Он с вами живет? Нет. Дима в Москве учится. Второй курс медицинского. А он знает, что он не родной? Нет, он не знает. Прикольно. А сколько ему лет? 19. Опачки. Так это что ж получается, что мы с ним одногодки? Да, вот это сюжет. Сын жениха одного возраста с невестой. Прям какой-то мексиканский сериал. Кому расскажи, не поверят. Ладно, на чем остановились? Я затащил беззащитную девушку в свой дом. Да, но только я не соглашалась. Я сопротивлялась, я упиралась руками и ногами, но вы меня уболтали, договорились? Ну хорошо, договорились. Вот. Потом вы включили телевизор, принесли шампанское и стали рассказывать, какой вы замечательный, богатый. Мы посмотрели телевизор, а на утро проснулись в одной кровати. Что смешного? Я что, сама это все должна придумывать? Варя, давай перейдем на ты. Вот когда я захочу, тогда мы и перейдем на ты. Ты перевод последний получила? Получила, получила. Только папе не говори, он не знает ничего. Такой в последнее время раздраженный стал, сил нет. Девочка моя. Похудела, пожелтела. Просто кожа до кости. Ну ничего, мы тебя откормим. Отдохнешь, наберешься сил. Майя в порядке. А с кем ты приехала? Твой папа так волновался. Его Аркадий зовут. Он очень хороший. Твой мальчик? Ну, он... Он не совсем мальчик, но... Он старше меня. Ну, немножко. Ну, немножко – это ничего. Вы с ним учились вместе? А где он? Почему в дом не заходит? Так он с папой его на улице разговаривает. Значит, жених, говоришь? Угу, жених. А работаешь кем? Я врач. Хирург детский. Годков-то тебе сколько? 38. Угу. А Варе моей сколько знаешь? 19. Мы давно знаем друг друга. Ну да, Варя сказала 3 года. Угу. Мы познакомились 3 года назад. Дочери 19. Угу. Минус 3 сколько будет? У вас с ним серьезно? Да, мам. У нас с Аркадием все очень серьезно. Ты даже себе представить не можешь, насколько. Ой, так вы что, жениться надумали? Девочка моя, ты ж такая еще молодая. Ма, ну какая я молодая? Ну, в самом деле, мне уже 19 лет. Ой. Что? Мам, ну, пожалуйста, только не волнуйся. Варя, а ты это о чем?
Что-то случилось? Мам, ничего страшного не случилось. Ты случайно не беременна? Нет, мам. Значит, беременна. Так, понятно. Пап, пап, ты только не волнуйся, ты все неправильно понял. Сядь! Я все правильно понял. Ах ты ж, хирург, простуди твою качель! Я свою дочь, твою мать не для того растил. Иван Тимофеевич, давайте поговорим спокойно. Куда? Иван стоять! Спокойно, Иван! Стоять! Иван Тимофеевич, стоять! Стоять! Давайте поговорим спокойно! Стоять! Мам, ну не сиди, мам, ну он же убьет его! Ах ты ж, хирург, простуди твою мать! Варя! Варя! Иван Тимофеевич, выслушайте меня. Здравствуйте. Папа, прекрати. Ванечка, милый, что ж ты делаешь? Убиваю, гад. Вы посмотрите на этого женишка. Ты же ей вот сын годишься, извращенец. А приходил девку, да еще в мой дом приперся, козел городской. Пап, да ты же ничего не знаешь. Да вы вообще ничего не знаете. Рот закрой, я все знаю. Варя, все в порядке. Вы слышали у этого? Женишка, все в порядке. Да тебе за это дело мало морду набить, тебе женилку оторвать надо! Не надо! Ванечка, тише, люди услышат! Да пусть слышат меня в этой деревне! Никто не указ! Ах, ты же морда бесстыжая! Ваня! Ваня, не надо! Все, все, успокойся! Тебе нельзя волноваться! У тебя давление! На! Аркадий Николаевич, вы уж простите его, он за дочку переживает. Мам, мам, тихонько, уйди. Вам очень больно. До свадьбы заживет. Осторожно. Тихо, 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 тихо. Аккуратно. Глава. Еще нормально. Не спешите, не спешите. Так. День добрый. К вам уже можно? Можно, можно. Заходите. Здравствуй, Ниночка. Здрасте. А что у вас тут происходит? А? Добрый день. Добрый день. А я крестная Варвары. А, очень приятно. Кума, Ваня твой чего так кричал, на всю деревню слышно? Да вы что, Вань моего, что ли, не знаете? Проходите. А, так мы ж не одни, там еще Милка с мужем. Милка, Коля, заходите, уже можно. Добрый день. Здравствуйте. Вот и мы. А Ваня дома? Дома, дома. Здравствуй, Николай. Может, мы не вовремя? Так, вовремя, вовремя. Только вас и ждали. Ну, давайте, заходите. Чего стоять? В дом. Проходите все в дом. В дом. Ну, а ты чего так? Все нормально. Здрасте. Наташа. Здрасте. Иди, иди давай. Аркадий Николаевич. Вы простите меня, пожалуйста. Я правда, я надеялась, может, пронесет, а... Вот. Держите ваш дипломат. Может, вы все-таки еще успеете на свою конференцию? А я им завтра все объясню. Нет, Варя. Теперь я отсюда никуда не уеду.
спать хочу. Ну что, завтра готов? Готов. Ты чего? Ничего. Слышь, у Каравайкиных корова отелилась. Зовут нас вечером. Пойдем, что ли? Сам пойдешь. Да ты чего? А ты не знаешь? Ты видел, что ты с человеком сделал? А перед соседями позор какой! Вот увидишь, Тришкина по всей деревне разнесет, да еще своего добавит. Да ладно тебе. Что ладно? Как людям в глаза смотреть? Ты себя вспомни. Как узнал, что я пузатая, так месяц носа не показывал, все огородами лазил. Думала, в бега подался, а человек к тебе пришел в костюме, при галстуке. Чистый, образованный, дочку твою любит. Ну, это еще проверить нужно. Да что тут проверять? По всему видно, человек приличный. А ты же, как изверг, какой на него набросился. Что, поговорить по-людски не мог, да? Все кулачищами своими машешь. Господи, за что мне наказание такое? Дочка спит, что ли? Дочка твоя до утра заснуть не могла. Все крутилось, бедная. Как бы не заболела. Она ему и бритву, и диплом привезла. И жениха 40-летнего. Все! Замолчи! Слышать не могу. Сколько у нас девок по деревне брюхатыми без женихов отходили. Вон, Прасковья вырастила Аглоеда без отца. А он ей на шею сел, а Галька Семочкина двоих нагуляла. А Валька Стелезнева с тремя осталась. Мало-мала меньше. А где ее муженек? На троицу только и видели. Третьего задел, похмелился и в бега. Теперь портрет в милиции висит. Куда? Пойду на жениха гляну. Ты ж смотри мне. Да понял я, понял. Того. Поговорить надо. Вчера я... Ты, Николаевич, не серчай, а? Зла не держи. Не хотел. Да все в порядке, Иван, Иван Тимофеевич. Я вас прекрасно понимаю.
А Варя еще спит? Спит. Угу. Да это, умывайся. Потом похмелимся и поговорим на трезвую голову. Ну, я пойду. Хорошо. Ванечек, может, хватит уже? Я знаю, что я делаю. Значит так, решено. Свадьба в деревне через неделю, ну, на Покрова. Согласен, Николаевич? Согласен. Ванечка, только ж мы за неделю никак не управимся. Это ж сколько всего успеть нужно. С клубом договориться, гостей созвать, приготовить все. Думай, чего говоришь. Люди к свадьбе месяцами готовятся. Ты хочешь, чтобы Варька пузатая венчалась? Да я знаю, что я говорю. Так а зачем венчаться? Пап, я не хочу венчаться. Чуть мелочь пузатая, тебя никто не спрашивает. А в город им съездить нужно. Скупиться, одеться. Ну, платье, кольца, туфли. Варь, чего ты молчишь? Так а кто меня здесь спрашивает? Я же мелочь пузатая. Нет, доченька. Папа правильно говорит. Церковь обязательно. Постоите у алтаря, батюшку послушайте и жить начнете с Божьей помощью. Аркадий Николаевич, вы не против? Я? Я не против. И родителей ваших пригласить нужно, свидетеля, друзей каких. Мать, с клубом я сегодня договорюсь. Вань, а завтра мы с тобой с утра в район все купим, Николаевич. На хозяйстве остаешься, и родителей по телефону пригласи. А мы уже тут их встретим. Так, ну родителей у меня нет. А в качестве свидетеля могу пригласить Андрея. Это мой коллега и очень хороший приятель. Только, Иван Тимофеевич, вы уж позвольте, я все расходы возьму на себя. Слышь, мать, какой жених у нас шустрый. Позвольте. Нет, милый человек, ты деньгами не сори, а нема в сваре в городе понадобится. Ты ведь дочку после свадьбы заберешь? Конечно, заберу. Ой, Ванечка, как же так сразу в город-то? Пусть у нас месяц-другой поживут. Сам подумай, сколько мы дочку ждали. Аркадий Николаевич, как вы на это смотрите? Спасибо вам большое, но я не могу. У меня дежурство, операции, плановые операции. Недельку еще куда ни шло, но месяц, простите, я не могу. Ой, да как же так? Варечка, деточка моя. Мать, хватит сырость разводить. Ну что, дети, если поели, идите это, погуляйте. Угу. Да. А мы тут с матерью покалякаем. Надо. Теперь объясните мне, что вы надумали? Какая свадьба? Какая церковь? Вы в своем уме? Яблоко будешь? Я с вами серьезно разговариваю. Вы соображаете, что вы делаете? Значит так. Завтра мы поедем с отцом в район. Там я расскажу ему всю правду. Вы берите свой дипломат и делайте ноги, понятно? А что вы смеетесь? Вы ведь взрослый человек. Ну, я дура, конечно, но не до такой же степени. Зачем все это надо? А может, вам свадьбу со мной по приколу отгулять? Потом с друзьями фотографии посмотрите, посмеетесь, да и бросите меня, да? Неужели ты не поняла? Я тебя никогда не брошу. Блин, что-то я уже вообще ничего не понимаю. У тебя есть тональный крем? Нет. Ну, только пудра. Неси. Синяк запудришь. Давай, давай. Что такое?
Да на женихе на этом живого места не было. Я когда вошла, Ванька в доме был, а этот городской под забором валялся. Весь в кровище, в галстуке, в костюме. Ужас! Ой, да прям в кровище. И нигде он не валялся. Да, побитый был, спорить не буду. А на ногах стоял. Угу. А мы с Тамаркой первые зашли. А ты, как крики услыхала, так за кольку своего, за детей и задний ход включила. Так что не надо, ты за забором пряталась, а я все видела. А кто в костюме под забором был? Баб Степа, вы хлеб купили? Вот и идите домой. А кричал так тоже не пойму. Так Иван же и кричал. Ну какой Иван? Милка, ты думай вообще, что ты говоришь? Иван? Че я не знаю, как Иван кричит, что ли? Жених этот 40-летний и кричал. Ты ж, видать, ему Ванька хорошенько врезал. Это что же получается? Жениху 40, а Варьке нашей 19? Батюшки! Вот и я об этом. Разврат сплошной, да и только. Ой, попомните мое слово, вот попомните. И дня не пройдет. Дёру даст этот жених. Ой, Господи. Николаевич. Ней же ты, мам! Где его дипломат? Варя, что случилось? Какой дипломат? Кожаный, черный дипломат. Аркадия, где? У него, наверное, он с вечера что-то читал, потом еще писал что-то там. Да нет его, ты слышишь меня? Нету! Кого нет? Дипломата? Да никого нет. Ни дипломата, ни Аркадия. Черт, я так и знала. На веранде только одна пустая вешалка висит. Все! А может, он во дворе? А может, в туалет пошел? Ты хорошо посмотрела? Да хорошо я посмотрела. И во дворе была, и на улице. Уехал Аркадий. Спокойно. Надо отца будить. Ваня! Ваня, проснись! Ваня, вставай! Что? Беда! Че орешь? С ума сошла? Аркадий уехал. Кто уехал? Аркадий! Как уехал? Куда? Вот так, в Москву свой взял дипломат и уехал. Все! Ой, беда. В Москву, говоришь? Да, на конференцию. Он не мог далеко уйти. Я когда выходил курить, он еще спал. Притворялся, сволочь. Ну ничего, я его достану, ты перехвачу. И за душу надо. Иди ключи от машины. А, я сервант положил. Ванечка, я их переложила. А? Я в гараж, а вы ворота открывать. А вы куда собрались? Варя. Я цветов не нашел. Вот. Это тебе. А дипломат? Где? Под кроватью. Это тебе. Алло. Алло, кто это? Дима. Мам, это ты. А где ты сейчас? Я
общаге, где... А почему в общаге? Ты что, опять прогуливаешь? Не напрягай, я уже еду ко второй паре сейчас. Ты лучше скажи, где деньги? Как где? Я их выслал тебе вчера. Вчера на карточке ничего не было. Перепроверь сегодня. Ладно, а у тебя чего? А у меня, сынок, свадьба. Через неделю в Репном, приезжай. Чего-чего-чего через неделю? Свадьба? Пап, ты чего, у тебя крыша поехала? Кто она? Она хорошая девушка. Девушка? Да, ей 19 лет, она из местных. Я поздравляю тебя. Я не приеду. Почему?